Yo, what's up? Сегодня мы с вами слушаем альбом LSP «Свиное рыло». После, ну, где-то на канале вы увидите, будет прослушка на One More City. В общем, LSP, не знаю, что за прикол придумал, но сначала он выпустил «Свиное рыло», а потом выпустил тот альбом, который от него, собственно, ждали. Вот, ладно, давайте не будем тянуть, 11 треков, поехали. Так, ну, вроде тот же LSP. Мне нравится, как он строит текст, как его исполняет. Родина, свиномать. На сердце больно, не смотрю я в небо, не жду ответа, все потому, многоточие. Что толком нету шеи у свиней вообще. Лайтовое начало, по тексту такая типа жизнь. Познакомились мы с персонажем, зовут его Свиное Рыло. Немножко узнали о его истории жизни. Идем дальше. Сейчас мы послушаем его «Понедельник». Совместка Сниф Снаф. Я так понял, тут будет полно отсылок всяких. Голуби, голуби. Ну, по музлу мне нравится. Слушайте, ну он круто подошел к презентации этого альбома и какие-то клипы представил, и еще типа книга для самых маленьких, типа, чтобы понятнее было. Прикольно. Короче, и визуализировал все, и круто все оформлено. Петр Клюев это был. А, понял я. Тоже знакомая тема какая-то. Это ЛСП? Такой саундтрек для фильмов Гая Ричи. Ну, какого-нибудь такого боевичка криминального. Такая драйвовая, движниковая песня. Стрелячок. Пустили бы сейчас просто гитарку. Соло, мать его. Круто, круто. Третий трек вообще тоже, короче, отличается друг от друга. Прям интересно слушать. Нежный зверь. Немножко Дрейк подумал, то, что что-то типа тема Дрейка. Это ласковый нежный зверь. Открывай скорее уже мне дверь, чтобы выросли два крыла. Стану самым первым в мире свинокрылом. Ты так красива, что дала мне суперсилу. Это ласковый нежный зверь. Блин, забавно, забавно слушать все это. Такая добрая, позитивная, нежная песня. Класс. Стимрол. О, что-то танцевально сейчас будет. Под прямую бочку, походу. После рабочего дня нужно где-нибудь напряжение
странное сочетание, конечно. Он типа жует там. Ну, короче, это не близкая мне тема, не люблю прямую бочку и вообще танцевальные всякие треки такие. Это забавно все, все очень забавно. Так, тут просто интерлюдия, да? Я долго ждал, и вот теперь мне подхватило. Передо мной открылась дверь твоей квартиры. Твоя квартира. В этот вечер очень красиво. Но интерьер квартиры наплевать. Он по-любому кайфовал, угорал, когда записывал этот альбом, когда писал эти песни. Классная гитарка. Вообще балдежное музло. Красивая, красивая гитара. «Грязный рубль» у нас там дальше с ним совместка. Но сейчас, видимо, о нем. Я грязный рубль, это мои близкие. Мы здесь работаем, люди в курсе. Так что как свиньи бегут с корабля. Я тот самый рубль, вы добыча моя. Творожка по почкам, я почка вот от мяса. Эй, поросятки, волки, вы мне братки. Ну, это такое близкое к Ленинграду. Прям музло для кабаков. Для пьянок. Да, забавно, забавно. В ее постели, так. Сначала она ему ждала, когда она откроет дверь. Она открыла. И его интересовала только кровать. И вот они в ее постели. Если параллели проводишь, как бы забавно все это слушать. Так, следующий трек — «Обряд». Она мне в спину отпускала колкости и толкала туфту. Я отпускаю ее полностью, опускаясь в лифту. Под проливным дождем продолжаю путь. Она меня не ждет, я не вернусь. Игра не стоит свеч, не только потому, что она не фильтрует речь. Жаль не вернуть тот миг. Так, ну тут связь какая-то должна быть с грязным рублем. Я, может, не все улавливаю даже. По музлу я, кстати, ничего, по-моему, не говорил. Все очень круто. Интересно слушать, каждый трек как-то иначе звучит. У каждого трека свое настроение. Этот вообще прям уносящий, такой атмосферный. Грустненько, грустненько. Сейчас вот как раз таки, я думаю, будет эта самая встреча. Эй, черт, лохматый, пришел час расплаты. Хочу, чтоб узнал ты, как мстят поросята. Уйми свой конь, я грязный рубль с Уолл-стрит. Ты просто цезарь с беконом, что слабо острит. Ха-ха.
Рифы крутые. Ну и что у нас? Свиное рыло стал убийцей. А, автор у нас появился. Круто. И соляк хорош. Вау. Просто вау, какая крутая работа. Я даже не думал, что это такой концептуальный альбом. Очень интересно было слушать всю эту историю. Повторюсь, каждый трек — это какое-то новое настроение, что-то другое. Сам Олег очень круто все исполняет. Короче, я не знаю, я доволен после прослушивания. Мне очень понравилось все, абсолютно. Вот. Другой вопрос, буду ли я это слушать, ну, в дальнейшем. Это уже не факт. Но оценить я это должен был. И я доволен. Вот. Что еще сказать по альбому? Не знаю. Удивил? Удивил. Очень круто. Пишите вы ваши впечатления в комментариях, если слушали. Если нет, то обязательно послушайте. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.